Додо всего 4 года, но ее уверенному катанию могут позавидовать многие взрослые горнолыжники. Самое удивительное, что впервые на лыжи девочка встала всего 3 недели назад. Ее родители и тренер удивляются столь быстрому прогрессу и считают, что у Додо настоящий талант к горнолыжному спорту. У нее невероятно быстрый прогресс в обучении. Большинству детей требуется 3 дня, чтобы достичь такого уровня исполнения элемента, но Додо может сделать это всего за 3 часа. Отец Додо, Джан Хэ Кай, чемпион мира по катанию на роликах. В последние годы он освоил горные лыжи и завоевал титул чемпиона Китая по фристайлу. Додо унаследовала его любовь к спорту. В 2 года она начала кататься на роликах и выиграла детский чемпионат провинции Шаньдун. Но ее прогресс в горных лыжах особенно поражает. Всем привет, меня зовут До, мне 4 года. Сегодня я буду кататься по очень крутому склону. Все считают, что я молодец, но мой отец гораздо лучше. Он научил меня так кататься всего за 1,5 месяца, и он сам умеет делать и сальто. Джан снимает тренировки Додо, чтобы вместе с ней разбирать технику. Скоро отец с дочерью поедут кататься на лыжах в пригород Пекина, чтобы проникнуться атмосферой зимней Олимпиады. Джан надеется, что Додо в будущем сможет представить Китай на зимних играх и завоевать золотую медаль. Екатерина Баглаева, CGTN.